Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Silent Hill Downpour. Как вы помните, последнюю серию мы завершили на том, что я словил баг и просто натурально не мог пройти дальше, потому что вон тот сундук у нас не открывался. Но, тем не менее, я загрузился после этого, оно все равно не сработало. После этого мне пришлось убить трех монстров, которые тут были. Вот лежат их трупы. Ты, кстати, еще живая, похоже. Давай-ка мы с тобой покончим окончательно. Патронов у меня больше, на дробовике нет. Могу сказать, что оружие довольно неплохое. По крайней мере, будем его использовать как дубину. После того, как я их убил, мне дали решать вот такой пазл. Эти пятнашки, я думаю, нас займут не так много времени. Ага, тем более это не пятнашки. Так, надо как-то... Вот так, может. Наверное, так нормально будет. Так, хорошо, тут кукла. Отлично. Да, видимо, это все верно. Так. Ну, понял, картина уже и так сложно. Так что особо париться не придется. Так, ну это изначально. А, нет, это так будет более верно. Вот так, хорошо. Да, не особо поймешь. Скорее всего, как-то вот так. Да, как-то вот так, наверное. Вот так. Ага. Так, дальше у нас что? Так. Довольно простой пазл. Я надеюсь, правда, я в том месте это все собираю. Может, там надо было как-то пониже и повыше это все картину сделать. Ну, вроде нормально. Так, что у нас осталось? Тапчик. Край плачка. Что у нас такое? Мячик. Ага. Это у нас верно стоит. А сюда нужно поставить. Вот так. Все, хорошо. Довольно просто было. И что у нас тут такое? Blackboard Eraser. То есть... тряпка-стиралка для доски. И второй фрагмент нашего стишка. Давайте почитаем. Не осталось тебе куда... Не осталось мест, куда бы ты мог убежать. Вся твоя вина видна. Короче, фигота какая-то. Блин, у меня оружия нет. Давай, давай, давай. А неплохой приклад надо отметить у этой пушки. Работает как надо. Так, у нас кулаки одни остались. Придется кулаками по старинке. Так, ладно. Взяли мы отсюда, похоже, все, что нам нужно было. Теперь нужно выходить. Оружия у меня вообще никакого нет. Самое печальное, что эта забагованная игра своровала у меня пистолет в конце предыдущей серии. То есть, когда мы переместились, собственно, с той сцены, он оттуда сверху, в этот какой-то вымышленный нарисованный мир. Ладно. Когда мы переместились в нарисованный мир, пистолет у нас почему-то просто исчез. У нас был целый пистолет с 7 патронами. Может, он теперь хоть там лежит. Так, в итоге эту... стиралку для школьной доски, тряпочку, мы можем применить... я даже не знаю, куда. Давайте пойдем. Подожди. То есть я тебя взял, а ты тут остался? Круто. Баг на баге. Игра что-то меня все больше и больше этим удивляет. А теперь я не могу забраться наверх по лестнице? Да что ж с игрой такое происходит? Так, ну-ка. Я не могу наверх подняться. Отлично. Возможно, там наверху лежит мой пистолет, но я его по-любому не могу теперь взять. Это, на мой взгляд, достаточно печально для игры, которая стоит 2000 рублей.
Если бы сама игра была плохая, я бы просто ее дропнул и извинился перед зрителем, но сама игра меня пока что все равно радует. Я не знаю, в кого я превращаюсь, но мне такие игры доставляют. Ну, вы поняли. Так, ладно, возможно, здесь по новой пистолет появился, который мы брали с этой окровавленной руки. Так, что мы в итоге делаем? Нам нужно найти школьную доску, которую можно будет стереть, там что-то, что нарисовано. Больше тут, похоже, на первом этаже делать особо нечего. Стул я предпочту не брать в руки. Ну все, выходим, тут мы были, тут мы ничего не нашли. Че вообще за носилкой тут не было, по-моему? Носилка, говорю. Кровать. Я хочу домой, мне страшно. Когда я смогу пойти домой? Ты можешь мне моей маме позвонить? Или вы скорее? Так, кирпич мы, пожалуй, подбирать не будем. А теперь я так понимаю... Да не тормозишь ты, пожалуйста. Теперь я так понимаю, мы пойдем на второй этаж. Больше я тут ничего не вижу. И на первом этаже я не помню, где можно было бы применить... Детская песенка. Ладно. Тихо. Ой, только не манекен, а. Ну вас нахрен. Эта дверь, я знаю, куда ведет. Это она ведет как раз на второй этаж сцены. С той стороны она была закрыта, с той стороны этой двери мы были. Так, ну что, нам остается зайти только в эту комнату к манекенам. Вы знаете, как я люблю манекенов. С этим оружием, я думаю, будет с ними довольно весело драться. Так, сейчас. Погрохотали и пошли. Так, тут все. Второй манекен где-то здесь был. Ой, кулаками что ли? Да, кулаками это долго будет. Так, вас тут двое или трое? Я, по-моему, еще хохот какой-то слышал. Ой, как тут темно, обалдеть. Еще. День счастливого отца. Че это вы там? Барбекю жарите, что ли, около дома, на заднем дворе? Ладно, это нам сильно помогло. Напоминает мне моего пацана.
Так, здесь больше похоже ничего. Валим. Подожди. Да блин, да бери ты, сейчас нас ударят. Ну да. Придурок лагерный. Закрой дверь ты, пожалуйста, не тормози. Это какой-то кошмар, блин, эта игра просто заставляет в нее играть, ну я не знаю, через силу. То есть банальное перемещение между локациями, это вот такие вот тормоза в консольной игре. Ох, блин, это кошмар какой-то. Но, блин, постоянно происходят какие-то события, которые, ну, просто натурально. Интересно. Неохота отрываться. Вот, собственно, доска. Давайте, что ли, сотрем. Угу, хорошо. Отлично. Нормально. Пойдем, папа, скорее. Вот такие вот события, собственно, заставляют играть в эту игру. Так, сынуль, иди сюда. Потому что такое сейчас редко где встретишь. Чарли, Чарли. И что нам это дало? Вот, собственно, игра охренительная просто. Но, блин, техническая составляющая. Я не знаю, Чехия, мать вашу. Я понимаю, что в Чехии привыкли в основном делать, как у нас, игры больше для ПК. Там-то это простительно. Я не знаю, я пойду добью... Ладно, я не пойду добивать того манекена. Эта маленькая девочка начинает мне... короче говоря, перестает мне нравиться. Вы нашли артефакт Silent Hill. Вы можете посмотреть их в меню Extras. Так, на меню Extras это у нас, видимо... Спасибо. Меню Extras у нас в главном меню игры, скорее всего, доступно. Так, это что? Новый пациент прибыл сегодня. Да блин, ну... по имени такой-то, такой-то. И в возрасте столько-то, столько-то. Зачеркнуто. Такой-то, такой-то прибыл к нам с несколькими интересными физиологическими характеристиками. Психологическим, вернее, физиологическим. Так, первое. У него нарушение в целом ряде поведений, таких как зрительный контакт, лицевое выражение эмоций и, короче говоря, блин, башка как туго соображает. Как это назвать? Блин, слово на языке вертится. Ну, короче говоря, телом фигуры изображаешь, когда я не знаю. Блин, я заговариваюсь уже. Второе. Такой-то, такой-то не выказывает интереса в различных социальных играх, предпочитая одиночные виды развлечений.
То есть замкнутый такой мальчик. Далее. Несмотря на то, что у него есть возможность разговаривать, он показывает нарушение в его способности поддерживать или инициировать разговор с другими. Короче говоря. Новый пациент прибыл. Это, наверное, тот мальчик, с которым мы разговаривали. Папа, папа, заставь их освободиться. Ой, освободиться, остановиться. Блин, я сговариваюсь уже, надо заканчивать четвертую серию за сегодня. Освободиться. Хорошо. Что это за мячик там лежит? Дали бы вы мне получше какое-нибудь оружие, потому что с этим стулом неудобно ходить, он весь обзор перекрывает. Так, хорошо. Тут мы, собственно, не были. Здесь у нас... Что это вообще такое? Кабинет какой-то? Но что-то тут этот душ делает. Если бы это жилая комната была, то еще понятно. В кабинете душ зачем? Хотя, их нравы, как говорится. Так, ладно. Диджей Рикс там больше ничего по радио не говорит. Нахрен. Что-то не особо приятные вещи. Он говорит, что он там один, один, один. Страшным голосом. У нас нет двери. Отлично. Теперь что? Казалось бы, целых три серии прошло, а мы продвинулись на 10 метров вверх с того момента, как мы пришли в этот... монастырь. Как теперь показывает время, это не просто монастырь. Ой-ой-ой, 4. Так, надо в какое-то место встать, чтобы... Вот тут, наверное, будет нормально. Скотина. Да, бляха. Давай, давай. Да давай уже, бляха, муха. Так, этих добей сначала, они сейчас станут, а то... Кто нам даст? Так, все, нет у нас топора, отлично. Ну и теперь это встало. Так и будет вставать, похоже. Так.
Так, дайте что-нибудь, какое-нибудь оружие. Да падай ты уже, мать твою, я тебя уже убивал. Все, отъехал, нет? Так, еще же одна была. СМС-ка пришла. Ладно, потом посмотрим. Так, топор, я так понимаю, по новому там должен висеть. Иначе во всем этом просто нет смысла. Так, полечимся. Что-то и задрали нас все просто по-страшному. И бежим вон к той двери. Ипохондрик. С чего это мне такой дали приз? Так, это карта, я так понимаю. Да-да-да. А тут у нас тоже морга нет, несмотря на то, что я рассчитывал, что в морг попаду в конце концов. Ну да ладно. Так, налево или направо? Ну, направо мы не сможем пойти, следовательно. Это что такое? Так, вроде спокойно. Игрушечная машинка. Опять артефакт. Так, больше ничего не могу тут сделать, понятно. Там что-то лежит. Так, что пишут? Дорогие мистер и миссис... Мы, короче говоря, пишем вам с глубоким соболезнованием по поводу потери вашего сына, то есть погибели 2 мая во время процедуры лечения. Нифига себе. Мы убили вашего сынулю. Простите нас. Нормально. Так, что у нас тут? Нам похоже сюда. Давайте сначала тут посмотрим тогда. Кухня на 2 этаже, практически зеркальное отображение кухни с этажа 1. Ой, бляха-муха. Какая же ты отвратительная. Отбей ты ее. Так, что это было такое? Шеф, что это вообще такое? Что происходит? Куда мы попали? Хорошо, так, а давайте посмотрим, там у нас девочка песенку напевала, мне там было спокойнее, честно говоря. Давайте посмотрим, может там хотя бы оружие есть какое-то. Что вообще там, не хотелось бы выпускать такие интересные вещи. Мне казалось, что там ребенок пел. Ну больше тут похоже ничего нет. Значит, все-таки тут делать нечего особо. Ладно. Пойдемте в итоге сюда. Это что там такое вообще?
Что-то с этим монастырем вообще не в порядке. Я хочу маму, хочу к маме. Скажите, что это больно, я хочу домой. Я не хочу здесь больше оставаться. Так, понятно. Это, похоже, дурка была для детей. Дурдом. И они здесь их лечили с помощью химии. Не хочу, говорит, лекарств, они... От них у меня все болит. Так, куда идти? Постоянно куча развилок. Так, похоже, сюда идти, потому что здесь у нас сохранение. Давайте посмотрим, там, может, у нас аптечки лежат. Явно нет. Да, блях, эти лабиринты. Куда я попал вообще? Я тут был, нет? Закрыто. Опять я пошел куда-то наобум. В надежде что-то найти, но тут я пока что ничего не вижу. Ага. Душевые кабинки. Так, я не могу этот пакет с кровью взять, или что это? Нет, это не пакет с кровью, это просто записи медицинские. Так, понятно, здесь больше ничего нет. Для чего вообще было создано это помещение? Просто так, от балды. Вообще замечено у разработчиков данной игры тяга вот к именно такому вот. Понаделают больше места, офигенно его проработать, но при этом никак не использовать в игре. С одной стороны, это плохо, потому что, блин, ну раз вы сделали, проделали такую работу, то как-то наполните это место деталями. Ой, так, хорошо. Я нашел морг, похоже. С другой стороны, вот именно такой подход, то, что они... Не пытались сделать поменьше, но делали, короче говоря, с размахом. Вот это вот подкупает. Но с другой стороны, я просто не понимаю, почему им тогда не дали эту игру на годик попозже выпустить. Отточить все нормально. Так, после нескольких попыток, после множества попыток, короче говоря, пациент, судя по всему, показывает какой-то прогресс. Но единственный прогресс, на самом деле, они пишут, что это регресс, то есть ничего хорошего не происходит, все хуже и хуже. Я не уверен, что какое-либо лечение, вне зависимости от... интенсивности и количество этих самых лечений помогут ему. Рекомендуют фронтальную лоботомию в ближайшем времени. Единственный способ, похоже, его вылечить, это сделать из него овощ. Нормально. Хороший подход. Так, что у нас здесь? Так, дверь в западный дворик закрыта. Этот жрущий бумагу невротик зашел слишком далеко и проглотил ключ. Как вообще такое могло случиться? Так. Короче говоря, кто-то проглотил ключ.
понял. С теми, я думаю, то же самое будет, да? Так, а это у нас что? X-ray. Рентгеновская машина. А, так. Ладно. Понятно. Так, тут у нас больше ничего нет. Вроде ничего. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не с той стороны взялся. Я думал, ее поворачивать можно будет. Так, посмотрим. Я так понимаю, в одной из них ключ. А, вот, смотри, снимок. Ну, судя по всему, ничего-то особо нет. Так, тебе в отстойник. Теперь что, тебе по очереди? Это, по-моему, очень странно. Ну и найду я у нее ключ, и что мне дальше делать? Ага, вот и ключ. Хорошо. Так. Сильные вибрации показывают на наличие рядом спрятанного объекта. Че, не нашел? Ой, блин. Да блин. Напоминает систему взлома из Карима, то есть вертишь аналог и в определенном месте начинает вибрировать. Надо хватать похожую. Так, бумажка. Я вообще-то ключ искал. У тебя там бумажка еще, что ли? Так, а, ключ. Так, третий кусок листа, похоже. Так. Ага, хорошо. Понятно. Интересно, этот мальчик меня теперь проведет через дверь. Так, ну и что, давайте мы на этом завершим эту серию. Под конец было весело, по-моему. Довольно противно, блин. Как бы там ни было, мне надо отдохнуть, как вы видите, я уже заговариваюсь. Денька через 3-4 я по новой сяду, за эту игру будем проходить дальше. Не задавайте в комментариях, пожалуйста, тупые вопросы по поводу того, что... Как через 4 дня? Каждый день же по серии. Я записываю серию пачками. Еще раз отвечу. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.